Геннадий Зюганов наградил спортсменов из футбольной команды КПРФ. Мероприятие прошло в рамках торжественного приема в Госдуме, приуроченного к столетию Ленинского комсомола. Партия делает все для роста популярности спорта, а физкультура должна быть доступна каждому. Ненормально, когда ты с двумя сыновьями должен в воскресенье идти на стадион и иметь в кармане 5-10 тысяч для того, чтобы попасть на стадион. Абсолютно ненормально. Все стадионы, все дворцы культуры, все площадки для детей должны быть доступны и открыты.